Друзья, всем привет, с вами доктор Зайцев, вы смотрите рубрику «Чаво», то есть «Частые вопросы». Одним из частых вопросов это такое недоумение пациентов, недопонимание, когда нужно делать КТ-исследование, то есть компьютерную томограмму, когда МРТ, то есть магнитно-резонансную томограмму. Значит, для справки сообщаю вам, что КТ – это исследование рентгенологическое, там есть микрозиверты, то есть есть лучевая нагрузка. И чем более плотное и мощное будет такое обследование вас, сканирование, тем больше вы этих микрозивертов получите. Для утешения сразу могу сказать, что есть экспертные приборы, экспертные аппараты, которые работают с большим качеством, и лучевая нагрузка при этом меньше. В Москве, насколько мне известно, это 4 аппарата. Где они стоят и есть ли необходимость вас направлять именно на такое обследование, это уже после консультации будет понятно. Второе исследование – это МРТ, магнитно-резонансная томография. Значит, специальные томографы из хорошего, там уже лучевой нагрузки никакой нет, это приятно. Вопрос, когда, что применять и использовать. КТ используется для того, чтобы визуализировать, то есть увидеть, понять костную структуру, костно-хрящевую. И тогда контур очень четкий, внятный, понятный. Для нас хорошо увидеть гайморовые пазухи, клетки решетчатого лабиринта, основную пазуху, полость носа, перегородку носа. Это идеально. Вот для этого как раз используется КТ. Второе – это КТ около носовых пазух. Второе КТ – это компьютерная томограмма височных костей. То же самое. Височные кости имеют ячеистую структуру, и очень хорошо, когда мы видим все четко и внятно. А вот МРТ-исследование проводится для мягкотканных образований. Поэтому именно, собственно, МРТ очень любят неврологи, потому что головной мозг, собственно, и относится к мягкотканным образованиям. Ну, в лор-практике это шея, затылочная область, и порой МРТ мы тоже пациентам назначаем. Но бывает такой перекос, когда пациенту делают МРТ по назначению невролога, но поскольку это черепушка, вот, доктор, пожалуйста, посмотрите мой снимок. И порой снимок не то чтобы недостоверный, он недостаточно информативный. И если мы видим какую-то проблему, мы просим сделать еще и КТ. На это пациенты обижаются, а обижаться не надо. Дорогие друзья, обращайтесь в клинику, и тогда все у вас будет хорошо.